В Витебске возродили традицию столетней давности. У стен Свято-Успенского собора развернулся благотворительный цветочный базар. Самые популярные сегодня витебские цветы – белые. Тысячи тюльпанов, ромашек, гвоздик – все ручной работы. Из бумаги, ткани, ваты. Белый цветок – главный атрибут праздника. Каждый сам определял, за какую цену его приобретает. Ведь исключительно на благотворительность. У кого-то не было времени сделать, он принес и внес свои пожертвования. А кто-то было времени, но нет пожертвований. Он сделал своими руками что-то, и таким образом поучаствовали обои. И тот, кто трудился своими трудами, и тот, кто смог пожертвовать какие-то свои средства или время свое. Эта акция предполагается не то, что она вот разовая, она будет регулярной. То есть люди будут какие-то нуждаться, обращаться к нам за помощью, готовить в течение года поделки, цветочки, а потом мы их будем реализовывать и продавать, вот и помогать таким образом кому-то. Именно такие благотворительные базары около 100 лет назад были неотъемлемой частью городской жизни. В новом веке масштабный марафон провели впервые. У стен самого большого кафедрального собора области гостей ждали угощения и концерт. Собранные средства направят на лечение ребенка и строительство пансиона для инвалидов и пожилых людей.